Власти Подмосковья закрыли полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском городском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Эта тема неоднократно поднималась на заседаниях правительства Московской области. За последние годы в рамках национального проекта были сделаны заметные шаги в части рекультивации полигонов. 10 уже закончили, 7. Сейчас идет рекультивация, еще 14 проектирований. Ядрово в 2021 году становится в проектирование. И затем здесь будет также наведена полное соответствие экологической безопасности. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что экологическая проблема остается одной из главных в подмосковном регионе. Сегодня полигон закрывается. Это один из таких важных символов того, что Московская область идет по пути построения современной системы обращения с ТБО. Это вызов времени, который уже дальше нельзя было откладывать. И крайне важная веха для всей московской агломерации. Также, по словам губернатора Подмосковья, до конца года в области будут закрыты все мусорные полигоны.